Педагог года 2018. В Иванове стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства. На этот раз за звание лучшего из лучших на уровне области будут бороться 56 педагогов из 17 муниципалитетов региона. Прежде чем попасть в финал, конкурсантам пришлось пройти несколько отборочных туров и выполнить непростые задания. Конкурс «Педагог года» проходит по 6 номинациям и принимают участие педагоги общего образования, педагоги-психологи. Самая большая категория – это педагоги дошкольного образования. Участниками стали педагоги системы дополнительного образования и учреждения среднего профессионального образования. У конкурсантов предстоит достаточно напряженная такая работа. Сегодня состоится презентация своего педагогического портфолио. Конкурс «Педагог года» проходит уже в 28-й раз. Его девиз звучит так – учить и учиться. И действительно, все претенденты на титул победителя демонстрируют непрерывный профессиональный и личностный рост. Не столько конкурсные мероприятия, в рамках которого, соревновательные мероприятия, в рамках которого каждый из участников может проявить все свои таланты, раскрыть весь свой потенциал. Это еще та площадка, на которой мы с вами можем обмениваться опытом, теми накопленными традициями, которые существуют в образовании Ивановской области. Во втором этапе конкурса педагоги должны будут применить свой опыт в работе с незнакомыми детьми и постараться увлечь их своим предметом. Победители областного этапа занесут в реестр талантливых педагогов региона, а в качестве поощрения лучших учителей ждет образовательный тур в один из субъектов страны. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.